Всем привет, еще раз и повторюсь. Значит, вот это вот мельтешение, как я называю, блымание лампочек, утомило. Я давным-давно пытался все это как-то пытаться пролечить. Почему? Потому что, допустим, когда что-то снимаешь, да, вот, мало того, что появляются вот такие артефакты, вот, ну, естественно, это и не полезно для здоровья. Вот, почему? Вроде глаз этого и не видит, но все равно это на мозги действует. И я проконсультировался с одним человечком, как это все можно пролечить. Но опять же, пролечить каким методом? Чтобы это быстро, дешево и сердито было. А не так, чтобы покупать какую-то профессиональную аппаратуру, там лампы, что-то тут сидеть, изобретать целый научный институт, этому подключить. А именно, чтобы это было быстро, дешево и надежно, и эффективно, самое главное. Итак, подобрал я сопротивление примерно такое, как хотел. Почему? Потому что, еще раз вот, начну с предыдущего видео, как я показывал. Одно сопротивление регулирует от середины, ну, условно, вот, мы берем 0, да, крутим, толку нет. И только со середины оно начинает регулировать и убирать. Неэффективно. Другое, допустим, сопротивление было, им крутишь, как бы, тоже там шкала более лучшая, но хуже. И третье сопротивление было, убираешь на минимум, а оно все равно светится. Но в предыдущем видео это было видно. Вот. И методом, так сказать, вычисления взял среднее. Получилось вот у меня 220 Ом. Поехал я в радиолавку. Ну, тут я уже проводки припаял. Купил два таких сопротивленница. 220 Ом. Ну, даже если сравнить по размерам, мы видим разницу. Это более современные. Ну, честно говоря, тоже видно, что они на складе лежали долго. Контакты тут позакисленные чуть-чуть. Но, как говорится, что есть, то и есть. Вот спаял. Крайний провод и центральный с одной стороны. С другой стороны в разрыв ставим. И смотрим, что получится. Еще раз повторюсь. Для тех, кто, может, не смотрел. Вот этот диммер родной мы выставляем по максимуму. А вот этим мы начинаем крутить. Вот он, 0. Да, небольшой запас, процентов 10 хода, как бы холостого, потом начинает вот все это плавно расти. И вот это у нас максимум получается. Ну и насколько мы можем видеть, никакого мерцания, которого было раньше. Для примера я сейчас покажу. Я сейчас начну родным диммером убирать свет. Вот что появляется. То есть даже сейчас вот на самом минимуме видим мы это мерцание. Ну, то, что, допустим, на видео это мерцает, это как бы, ну, не так страшно, я считаю, да? Но что касается на наши мозги, как это действует, я считаю, это неправильно. А когда, вот, допустим, сейчас на максимум я поставил, мерцания нет, но в таком свете работать очень-очень проблематично. В данном случае, вот, я, как бы, не смотря в камеру, выбираю для себя, ну, вот, минимум, да, примерно вот так для меня работать комфортно. И как мы видим, все хорошо, нормально видно, и никакого вот этого вот полосения, никакого вот этого вот дребезга, не знаю, экране. Ну вот, в принципе, все нормально, все хорошо видно. Я думаю, что проблем никаких нет. Значит, еще один момент,
если мы зажигаем две полосы, три полосы, четыре полосы, ничего не меняется. Прекрасно все видно и мерцания нету. А если мы только начинаем работать родным диммером, даже вот на самом минимуме, сейчас я покажу, вот она лампа, самый минимум стоит, этот дефект появляется. Выводим родной диммер в положение максимума и, пожалуйста, все нормально, все хорошо. Вот, я считаю, что в принципе, вот я на максимум поставил, свет яркий, аж глаза режет. Возможно, конечно, при съемке, допустим, вот когда надо что-то поснимать, когда надо много света, ну я имею в виду для самой камеры, как бы это приемлемо, это хорошо. Ну, сейчас попытаюсь увеличить там немножко. Вот, возможно, это и хорошо. Но работать в таком ярком свете очень некомфортно. Поэтому вот, чтобы не моргало и в то же время можно было диммировать, вот такое вот есть решение. Вот, и в принципе, я считаю, оно и дешево, и сердито, как говорится. Вот явно видимо немножко изображение дрожит, потому что не хватает света. Шумы так называемые появляются. Вот я накрутил, и, в принципе, и хорошо видно, и нормально, и красиво. И при съемке, и при работе можно вот таким образом доработать. Вот, вот это вот сопротивление что-то стоит, не помню, что это порядка там 20, 30, 40 рублей, я даже цену не запоминал. И количество полос, которые у вас светят, абсолютно не влияет на то, что, допустим, диммер бы там еще как-то капризничал, опять бы полосы появились там или что-то. Нет, все нормально, все хорошо, все красиво. Все, как говорится, видно. Решение этого вопроса. И я думаю, оно будет полезно многим. Ну, это вторая часть. У меня есть еще лампочка, которая большая. У меня две маленьких лампочки, есть еще большая. Надо на ней еще тоже попробовать эксперименты провести. Все-таки там длина самих полос больше, естественно, потребляемая энергия больше. Возможно, что там придется вот эти вот сопротивления, придется какого-то другого номинала ставить. Ну, если интересно, я как бы для себя-то это буду делать. Ну, принцип-то всем уже понятен, о чем идет речь. Вот, если интересно будет, пишите в комментах, я сниму видео по большой лампе. Полезно для тех, кто там занимается изготовлением самодельных ламп. То есть принцип какой: вот на eBay можно купить это все, на AliExpress или там еще где-то. Ну, принцип какой: вот они, диммеры есть, они тут механические, вот по принципу как у меня. Все достаточно просто, как мы видим, есть вот, увеличиваю, есть вход, плюс-минус написано, есть выход, и как бы проблем нет. Там, конечно, тоже какие-то электронные мозги стоят, но это все может пригодиться. И опять же, цена небольшая, там 400-500 рублей, там 300, ну кто как найдет. И в принципе, таким устройством можно попытаться регулировать. Вот, я думаю, что в тех лампах есть такие электронное устройство, как на моей. Вот, и вполне возможно, что этого будет достаточно. Взять источник питания, подключить такой диммер и попробовать. Ну, у меня такой возможности нет, но кому-то, может быть, это будет полезно. Так что вот такой вариант тоже есть. Что касаемо вот таких диммеров, если покажу. Вот, я такими диммерами пробовал.
уже на своей лампочке. Ну, эффект получился отрицательным. Так что вот все, что я знаю, я поделюсь. И самый простой вариант, если вы делаете лампочку сами, то есть у вас есть источник питания, включатель-выключатель и светодиоды. После источника питания можно поставить, подобрав номинал определенный, и тоже попробовать. Я думаю, все получится. Ну вот, пожалуй, и все, чем я могу на сегодня поделиться в этом вопросе.